Всем привет! Сегодня будем готовить ленивые пельмени в томатном соусе. Ленивые не потому, что их не надо лепить, а это значительно сокращает время приготовления. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. В фарш добавляем перец, соль, майонез. Лук я добавила, когда мясо пропускала через мясорубку. И хорошо перемешиваем, чтобы фарш был более пластичным. Можно немножко добавить воды. Вымешиваем до однородного состояния. Фарш хорошо вымешали и даем ему немного постоять. А тем временем займемся тестом. Чтобы ускорить процесс, я уже приготовила его. Как приготовить заварное тесто, можно посмотреть, перейдя по ссылке в подсказках или же в описании под видео. Дальше готовим соус. Для этого нарезаем лук мелкими кубиками. Морковку трем на крупной терке. Затем разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Высыпаем туда лук. И жарим его до прозрачного состояния. Потом добавляем морковку. И жарим все вместе до ее мягкости. Теперь добавляем томатную пасту, перемешиваем. Жарим пару минут. Солим, перчим, вливаем кипяток, доводим до кипения и бросаем лавровый листик. Все, соус готов. Дальше припыляем рабочую поверхность мукой немного. Разделяем наше тесто для удобства на две части. И раскатываем каждую часть, тонкий пласт, примерно 2-3 мм толщиной. Стараемся сделать, чтобы он был такой продолговатый. Сверху на тесто выкладываем фарш. Стараемся распределить его по всей поверхности равномерно. Затем сворачиваем в рулет. И нарезаем его небольшими колечками, таким сантиметра 2-3, в зависимости от того, какого высоты у вас форма. Полученные пельмени устанавливаем в форму для запекания. Сверху заливаем приготовленным соусом. Жидкость должна доходить почти, чтобы полностью покрыть пельмени. Если у вас так получилось, что мало соуса, значит, можно долить просто кипяченой воды.
Накрываем фольгой. И отправляем разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Прошло 40 минут. Снимаем фольгу и оставляем в духовке еще на 10 минут, чтобы испарилась лишняя жидкость. Вот и все. Ленивые пельмени в томатном соусе готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.